Котята рассказали друзьям, что у Сома самую настоящую игрушечную больницу со множеством разнообразных кабинетов. И теперь приглашают пациентов поиграть с ними в очень увлекательную игру. Очень скоро к Коржику, Карамельке и Компоту пришли друзья. Их было так много, что на прием выстроилась длинная очередь, как в самой настоящей больнице. Не все друзья котят смогли прийти, и котята решили отправиться за ними лично. Ой! Ой! Пришло время сделать прививку. Сначала очистим место укола спиртом. Воспользуйся спиртом и протри руку пациента. Жми на шприц. Ха-ха-ха. Наберем вакцину в шприц. Пациенту нужно сделать вакцину красного цвета. Набери вакцину. Пациент испугался укола. Давай успокоим его. Жми на игрушки на полке, чтобы успокоить и отвлечь пациента. Продолжай отвлекать пациента. Отлично, мы отвлекли пациента. Быстрее делаем прививку. Направь шприц в руку пациента. Проведи по шприцу пальцем вниз. Жми на шприц. Наклей пластырь на место укола. Выбери пластырь. Пациент выдержал все испытания. Вознаградим его. Жми на стикер. Миу, 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 миу. Выдадим пациенту справку. Жми. Как в самой настоящей больнице. Котята играют в доктора. Кажется, пациенту немножко страшно. Давай успокоим его. Пациенту нравится играть в доктора. Продолжаем лечение. Подберем такую линейку, чтобы она понравилась пациенту. Отлично, пациент доволен. Теперь измерим ему рост. Опусти измеритель на голову пациента. Рост пациента ниже среднего. На каких весах взвесим пациента?
Вес пациента очень маленький. Пациенту нужно больше кушать. Продолжим обследование. Проверим слух пациента. Жми на предмет, название которого услышишь. Слон. Правильно. Лось. Верно. Медведь. Правильно. Морж. Отлично. Слух пациента в пределах нормы. Послушаем стетоскопом все проблемные зоны. Перетяни стетоскоп на проблемную зону и удерживай его там. Здесь все в порядке. Проверим остальные зоны. У пациента проблемы с легкими. Дадим больному мятную конфету. Найди нужное лекарство и перетяни его на пациента. Проблема решена. Продолжим обследование. Пришло время сделать прививку. Сначала очистим место укола спиртом. Воспользуйся, протри руку пациента. Жми на шприц. Наберем вакцину в шприц. Пациенту нужно сделать вакцину черного цвета. Набери вакцину в шприц. Пациент испугался укола. Давай успокоим его. Жми на игрушки на полке, чтобы успокоить и отвлечь пациента. Продолжай отвлекать пациента. Отлично, мы отвлекли пациента. Быстрее делаем прививку. Направь шприц в руку пациента. Проведи по шприцу пальцем вниз. Жми на шприц. Наклей пластырь на место укола. Выбери пластырь. Пациент выдержал все испытания. Вознаградим его. Жми на стикер. Выдадим пациенту справку.